И всем привет! И на выставке MWC 2017 компания Meizu не представила нового смартфона. Вместо этого мы наблюдали за анонсом самой мощной технологии быстрой зарядки Super M Charge. И теперь компания объявила о приблизительной дате запуска своей технологии. По словам компании, первый смартфон, который сможет воспользоваться преимуществами Super M Charge, выйдет в начале 2018 года, хотя есть небольшая вероятность, что он может быть выпущен чуть раньше, в конце этого года. К сожалению, Meizu не могут поделиться более подробной информацией, так как компания, вероятно, еще не знает, как устройство будет выглядеть и какими характеристиками располагать. Что касается Super M Charge, то технология работает благодаря модернизированному кабелю, а также высокому напряжению в паре с низкой силой тока, которая обеспечивает максимальную мощность 55 Вт. Также M-Charge использует принцип накачки заряда, что обеспечивает плавность заряда и уменьшает повреждения аккумулятором. Благодаря тому, этому смартфон можно полностью зарядить всего за 20 минут. Так что будем с нетерпением ожидать продаж первого устройства с этой технологией, чтобы узнать, действительно ли компания может использовать Super M-Charge в коммерческих устройствах. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал. Thank you.